Харьков, 9 декабря 2015 год, Харьковская сирень, аллея звезд. Ирина Борисова, Родион Нахапетов, Ален Делон. Юджин Мамут. Остап Ступка. Алексей Петренко. Так, тут уже табличка. Таблички ноги приделали. Максим Дунаевский. Не совсем детская ладошка. Шарль Жерар. То же самое. Что же у них такие все? Людмила Гладунко. Заслуженная артистка России. Надо же. На ребенка своего заставила, чтобы... О, вот это уже что-то. Борис Токарев. Фатеева. О, Наталья Фатеева. Надо же. Прекрасно. Катя Ченко. Французская киноактриса. С очень французской фамилией. Пьер Ришар. Знаем, любим. Богдан Ступка. Серьезно к делу подошел. Дашкевич Владимир. Алла Сурикова. Ну да. Маленькая-маленькая. Владимир Фокин. Милен Деманжо. Опять же какие-то детские ладошки. Наш оперный, наш Быков. Одним махом. Тут же рядышком и памятник, памятный знак 50-й параллели, на которой стоит Харьков. И, конечно, сейчас мы тут вряд ли что увидим, но вот это он. Там города-континенты.